Здравствуйте. На просторах Ютуба не нашел ролик по ремонту подлокотника Volkswagen T5. Решил записать, так как наткнулся на деталь на OLX. Там я продавал сайт. Сейчас покажу визиточку. CarX in UA. CarX. Здесь заказал, цена была 180, плюс доставка вышла 240 гривен. Вот такой вот агрегат. Непонятный, может, металл, тоже силюмин. Производителя заявлен Турция вроде бы. Вот. Снял эту крышку. Еще когда поломался подлокотник. Хотел как-то приспособить, починить подручным средствами, не получилось. Вот этот разваленный силюмин. Здесь должен быть вот квадрат, который крепится на сидушку. Вот здесь. Так. После этого вот палец у меня стоял там. Я его отодвинул. После чего увидел, как здесь расположен звездочка Т15. Вот, используя такую звездочку Т15, собираюсь открутить вот эту деталь. Вот эта пластмасска снимается тогда, вытягивается, я так понимаю, этот силовой агрегат и заменяется на новый. Выкручу сейчас этот шлюз, который все держит. Раскрутить по максимуму цей шпин. Снять с колеса. Провернуть вкладыш. И вот сама установка с помощью ключа на 10, вот такого 10-11, то что он тонкий, он подходит идеально, такая трубочка по диаметру, чтобы войти, ну, в отверстие, и закручиваем этот многогранник. Многогранник идет десятый на вак. Вот, по месту осталось надеть только крышку на заводское место. Все работает. Не знаю, заводская была у меня до цього или сменная деталь. Тут тоже як у заводской вот точки есть, то есть, наверное, заводская детали. И в общем, завод шла гайка внутри, там это цельная деталь, не знаю зачем тут и шла вона як отдельно, вот такая граненка. Вот из-за этого вона, то есть, под давлением проворачивается и ломает цей силюмин по контуру. Така от болячка очередна Т5 и его подлокотника. Спасибо за внимание. Кому был полезен, ставьте лайк.